Да, всех приветствую. Сегодня у нас Кар. В принципе, ничего нового, сверхъестественного в плане контента. Вот. Надо добить его, но уже 88%. Как будто близится возвращение. Возвращение к финалу. Но точно мы узнаем сегодня в конце стрима. Не, Кар это, блядь... Как танк, то он норм. Но планка на нем вообще неадекватная. Но, блядь, как будто нарисована нахуй. Планка на нем. Из нихуя взята. Или подставухами, блядь, или из нихуя. Так, вот это хорошо я высветил. Короче, проблема это в первую очередь минотварь все. Ой-ой-ой, это больно. Так, ну 11 тысяч суммарки это, блядь, хороший показатель. 6400 и 5500. Пиздец, 12 тысяч суммарки сделал. Ну, блядь, можно закругляться, все, блядь. Дай мне просто 10 таких прохоров подряд, и все, я закончу. И забуду. Мастера, кстати, да. И забуду. 6-4-5-6. Ну да. Раз, сколько один бой принес. Ой, сразу настроение. Ты другими красками заиграла. Опасно в первой половине стрима такие бои. Согласен полностью. Лимит удачи потерян. Ну, здесь можно, кстати, сыграть. Что это было такое? Какой-то пролаг был, да? Сашу ликвидатора возьмете к себе в команду. Он ищет, к кому прибиться. Не знаю, но мы еще не обсуждали команду. Ну, Санек. Санек охуенен. Базара нет. Здесь выбор особо не ассистанцировать. Чтобы затащить этот бой. Я не знаю, здесь можно здесь встречать, по идее, спокойно, да? Чтобы меня выпушить, он должен по ТВП будет подставиться. Ты куда уехал, блядь, животное? Ёбаный дебил, блядь. Уничтожен.
Ебать, разыграли по-царски, да, в итоге? Левша, привет. Удачи тебе с этим сериалом. Надеюсь, все получится. Бля, херенный бой. 20 тысяч суммарочки за два боя, ребят, сюда, блядь. Получается, он не дебил, получается, не дебил, блядь. Ну я, блядь, боялся, что уехал куда-то. И что мне делать? Они же меня выпушивают легко. Я там остался в этой позиции только для того, чтобы он меня прикрывал, чтобы они на меня упоролись, и он барабан раздал. 6452, 8400 суммарки. Бля, вот это нормально, два боя. Чек и ТВП. Такой, не самый уверенный в себе молодой человек. Хотя, блядь, играл. Два мастера подряд. Ёпарасоте, блядь. Два мастера подряд. 2%. Уф. Нормально скидал. Это прям было хорошо, блядь. А мне кажется, на ПТ-шке батит, блядь, понятно, бабахивать. Быть царская эльфа, конечно. Да, если бабах про это убили бы, я бы там, может, проехал. Ты 62 мне все-таки, да? Опять 10 тысяч суммарки сделал. Ебать, я ультанул. Три боя, блядь, 30 тысяч суммарки сюда, ребятки. Да, я не доиграл, кстати. Здесь фуловый еще было 700. Но я думаю, уже не успел, наверное, кидать сумму. Охренеть, я три боя отыграл, блядь. Да, спасибо. Спасибо рандому. Да, 3,5% апнуть за три боя, это, блядь, сильно. Так. Первая степень, кстати. Ладно. Хороший бой. Я не ожидал здесь бабах увидеть. Я ожидал везде, где угодно, но не здесь, блядь. А, просто карту какую-нибудь такой, знаешь. Не Париж. Что-нибудь. Что-нибудь другое нужно было. ВЗ, блядь, все за контрол, пиздец. Да, блядь, ну это как нахуй? Да, это будет уже грустный бой. Хотя бы засветик есть. Да, блядь, сука! Сток, 4 шота нахуй не пробило и не полетело. С каких пор это дерьмо такое, блядь, бронированное? Да я твой рот ебал, блядь! Пизду нахуй, сука! Ёбаная заговоренная, блядь! Лягушка хуева царевна! Пиздец, ебать, 7 раз его не пробил или сколько? Иди нахуй! Это пиздец, блядь, фартовое животное! Блядь, такой блядский бой, сука.
все отметка нахуй по пизде идет, блядь. Да идите нахуй с этим боем, блядь. С этим ебаным, блядь, Парижем. Сука. Просто 2% на ровном месте, блядь. Это же пиздец. Я его, блядь, в него сколько раз не залетело. Но это, блядь, невозможно, нахуй. Это пиздец какой-то, блядь. Я его только 5 раз не побил, не пробил, еще 1-2 раза не залетело. Сюда, блядь, полетело, сюда. Куда там, блядь? Это вообще куда? Вот куда? А, вон туда аж залетело. Потом сюда, в пушку, естественно, и вот сюда, ну. Стресс обучения мата. Да сори, блядь, но у меня горело вообще неистово. Просто в моменте сгорел. Да у меня, когда эта карта выпала, я уже, блядь, начал расстраиваться. Так, ну что? Блин, ну я не могу... Я, прикиньте, я все солью, все, что набил за эти... За те три кру... Три крутых боя, блядь. Три крутых боя. 30 тысяч суммарки за 3 боя. 3854. Ох, я не могу, блять. Просто все проебано. Ну, все слил, все, что было. С одной стороны, я апнул 1.5%, а с другой стороны, я слил 2.5%. Давай, может, назад все-таки до 91. Все, 91. 91, и я, блядь, заканчиваю стрим. Типа, они вообще безнаказанно, что ли, блядь, хуярить? Как так, блядь, это... Ну, это пизда мне. Как они безнаказанно, нахуй, приехали, блядь? Ну, пизда, блядь. Ну, ёбаные тиммейты. Ну приедь кто-нибудь, ну 121, ну чё ты там, блядь, встал, ну чё ты, ты, сука, блядь, ну приедь туда и всё, и мы всех разъебём. Там, блядь, обезьяны врываются, обезьяны, зомби, блядь, против растений, нахуй. Они зомби, блядь, не мы. Ебать, а в итоге зомби против обезьян, блядь. Ну всё, я всё слил, пиздец. Пиздец, всё слил, прикиньте, всё слил. Бля, что я делаю? А что я сделал, блядь? Он ко мне стоял жопой, блядь. Я перестрался, что он ко мне передом стоит. Пиздец, в итоге не доиграл. Блять, дальше ответ. Пизда, все хп проебал, блять, в итоге. А, пизда мне, да? Пиздец, я хуйню сделал, не доиграл, сука. Что ты делаешь? Да, блять, подупоролся, я думал, типа, выживу там. Пойми, когда ты видишь огромное количество моих разных врывов, и в 70% случаях я в них выживаю, то есть 30%, когда я не выживаю и умираю. Но за счет вот этих постоянных вырывов и какого-то опыта, который я набиваюсь в таких пиздорезках, ты иногда видишь такие красивые вырывы, где я там всех раскидываю. 4300 урона, 5400 суммарк. Суммарк хорошая в целом. 1.5% апнул. Но надо еще добить, попытаться. Давай еще минут 20, короче, покатаю. Может, пойдет. Вот, кстати, бой. Так, он будет такой, довольно мягенький, да? Неплохо получилось накидать.
Так, ну пока, блядь, отыграл их неплохо. По ту сторону 40-летний Анатолий. Да, может быть, здесь. Кекс, красавчик. Давай вместе пить. Те, кто мог создать тебе проблемы еще в 2000-м, либо сел, либо загнулся. А тут ты всем создаешь проблемы. Собрался. Жена на мужа. Сходи за раками. Ок, забухал. На 2 дня. Поднимается в дом, звонит в дверь. Открывает жена. Мужик смотрит назад. Ну что, все дошли, заходи по одну. Посмотрел, как играешь. Может, в этом бою сделаю. 10к. Блять, ну, сука. Вышел 430-й. Не сделал я 10 тысяч. Ну, там еще выстрел был нормальный. Я уже хотел прорваться, короче, вот сюда, проехать, убить этого. Ну ладно, неплохой бой в любом случае. Че, там еще блайнд был 9300 где-то суммарки, да, примерно? Ну смотрите, у меня сегодня сессионка, почти 4500 среднего урона, а суммарка на 3 отметки, считай. 5677 надо, 5644. Ну то есть я сегодня отыграл-то довольно качественно. Блин, ну вилка этот пиздец, конечно. Да ёбаный вилк, блять. Пизда, блять, минус процент, да? Блять, пиздец, минус процент. Ёбаный вилк, блять. Хуёво у меня все, ребята, очень все хуёво. Не надо было в этот бой заходить. Вот так, плюс процент, минус процент. Зачем? Зачем, блядь, я упарывался? Зачем, сука, я поехал туда? Что в моем мозгу, блядь, послужило, что мои пальцы нахуй нажали вперед? О чем я думал? Он от меня убегает и легко убирает. Я там в яму заезжаю. Я просто заезжаю наверх и на кемпе стою дальше. Накидываю, вытягиваю этот бой из говна. Как я начал его вытягивать. Жадность, блядь. Еще раз. Ебать. А, ну начало, блядь, этот... Начало как будто этот. Это, блядь, 89% будет. Да похуй мне, все, сдох я, все, сдаюсь, блядь. Я ж не, блядь. Не нужен номер карты. Сделано, блядь. Блядь, ну концовку затащил, да? Вначале я пиздюлился и доиграл, прикиньте. У меня сегодня было, я сегодня за 3 боя сделал 30 тысяч суммарки, чтобы вы понимали. За 3 боя. Это пиздец. Я апнул сразу до 92%. Там, до 91, до 92. Ну, я сегодня 2% апнул, короче. Я молодец сегодня. Держу в курсе. Ребят, я буду на этом заканчивать. Спасибо и вам еще раз. Всем, как говорится, всем пока-пока. Ночи доброй. Увидимся с вами завтра. Вот, я сейчас сделаю рейд. Все, кому не жалко, прожмите лайк. Все. Всем пока.